Пока улица геологов находится под снегом, сегодня первоочередная задача, чтобы почистить ее, дабы не допустить прошлогодней, почти чрезвычайной ситуации. В апреле 2016-го жильцы этой улицы попали в окружение водой, талой. Она была даже в домах, поднялась на 10 сантиметров над уровнем пола, в гараже на все 20. В одном из домов произошло замыкание электропроводки, сгорел холодильник, пострадала мебель. Сейчас необходимо будет делать ремонт, так как пол, вы видите, что получилось потемнение доски, то есть появляется грибок. И необходимо будет затраты понести для того, чтобы отремонтировать помещение. В палисадниках, теплицах вода была везде. На борьбу с весенней стихией уходили все силы и средства жителей геологов. Поэтому эта городская улица сегодня под особым контролем. Вот здесь, например, прокопали канаву. Во-первых, она просто будет служить как дренажная, это понятно, что временная. Но воде уже будет куда сбежать, вода не побежит под дома, она в эту канаву и будет уходить вот вдоль улицы Южной. Будем надеяться на то, что достаточно будет на рельефе места для того, чтобы вся вода талая там образовалась. А чтобы хоть как-то уверенность свою подтвердить, мы этот снег, вот, который здесь в гуртах сейчас навален, мы его, конечно, отсюда вывезем, это однозначно. И это не единственный район, в котором возможно подтопление территории. Подобные профилактические меры будут реализованы и на других улицах, где также вывезут снег в первоочередном порядке. То же самое было проделано для отвода дождевых и талых вод тоже по улице уже Югорской, тоже была большая лужа и было много нареканий от жителей и автолюбителей. Там тоже было проведено, прочищено и переделана ливневая канализация с ливневыми колодцами. Сейчас, пока земля еще покрыта снегом, предприняты все меры к тому, чтобы не допустить весенних потопов. Но только время и тепло покажут их эффективность. Елена Шимшаева, Александр Кашкин, специально для новостей.